Покорить сердце принцессы рэпом под бит Долгопрудненский театр «Город» показал самарскому зрителю спектакль «Аладдин». Режиссеры адаптировали постановку для молодежи, но не отошли от классических канонов. Восточная сказка, пропитанная духом волшебства, открыла большие гастроли подмосковного коллектива в Самаре. Задача наша была привлечь и детей, и молодежную аудиторию. И тема «Востока» нам показалась близка с темой рэпа, речитатива, который в музыке сейчас становится таким популярным. С большим трепетом выходим на сцену, ждем нашего маленького и большого зрителя. Хочется порадовать, подарить сказку, волшебство. «Аладдин» — мировая художественная классика, волшебная сказка про то, как сбываются мечты, про то, как важно мечтать, любить, жить, творить. В апреле этого года актеры Самарского художественного театра уже побывали в гостях у коллег в Долгопрудном и показали местным зрителям спектакли, пропитанные духом патриотизма. Теперь подмосковным актерам предстоит покорить сердца жителей нашего города. Дети с нетерпением ждут встречи с новым коллективом, с новыми спектаклями, и мы желаем им удачи. В ближайшие дни коллектив Долгопрудненского театра покажет еще 3 разноплановые постановки: русскую классику «Аленький цветочек» с оригинальным авторским текстом Сергея Аксакова и спектакль об истории развития науки «Открытие жизни». Завершатся гастроли постановкой о становлении личности императора Николая II. Анатолий Головко, Максим Гусев. События.